Кустаная и талая вода мешает жителям не только пройти, но и проехать. В городе начал проваливаться асфальт. Он обрушился на проезжую часть и в одном из оживленных микрорайонов города. Аварийный участок оградили, но в яму угодили несколько машин. Последние несколько дней коммунальные службы города ведут откачку талой воды и раскладывают мешки с песком в местах возможного подтопления. А в работах задействованы 50 специалистов и 30 спецтехники. В ямы, образовавшиеся на проезжей части, сыплют щебень и укладывают брусчатку. Но это временно, говорят в местном акимате. Летом улицы областного центра ждет ремонт. В связи с погодными условиями, конечно, состояние дорог тоже есть вопросы, есть трещины, выбоины и так далее. Но специалистами отдела ЖКХ в настоящее время обследование проведено. В этом году на ремонт городских дорог выделено порядка 4,5 миллиарда тенге. Это впервые в истории ремонта дорог. Обычно в прошлые годы до миллиарда, миллиард 200 выделялись. В текущем году предстоит огромная, большая работа в плане ремонта дорог.